Утром в пятницу две итальянки, накануне освобожденные из плена в Сирии, прибыли на родную землю. В аэропорту Рима их встретил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони. Ванесса Марцулла и Грета Ромелли работали волонтерами благотворительной организации в городе Алеппо. 31 июля прошлого года их похитили неизвестные вооруженные люди. Это произошло всего через несколько дней после приезда девушек в Сирию. С тех пор о них ничего не было известно вплоть до 1 января. В первый день Нового года в сети появилось видеообращение. На нем девушки, одетые в мусульманские одежды, просят власти Италии о помощи, как сообщалось в видео. Их удерживали боевики группировки «Фронт Ан-Нусра» сирийского крыла Аль-Каиды. Обстоятельства освобождения заложниц не сообщаются. «Фронт Ан-Нусра» захватывал в заложники и других западных граждан. Так, в марте прошлого года группировка освободила группу монахинь Греческой православной церкви, а в августе – писателей США.